Доброе утро, коллеги. Я врач ультразвуковой диагностики из Белоцерковского родильного дома. Семеняко Марина Григорьевна. У меня такой девиз. Каждые 5 лет наука обновляется на 50%. И мы здесь собираемся для того, чтобы знать, на какие 50% обновляется наука. В том числе наша ультразвуковая наука. Нет возможности остановиться в совершенствовании. Спасибо кафедре, спасибо моим коллегам за поддержку. На кафедре было 10 лет назад. Многое изменилось, кафедра усовершенствуется. Светлана Ивановна молодеет. Сколько бы ни было нам лет, сколько бы мы ни были в ультразвуке, всегда хочется глоток свежих знаний, всегда это полезно, немножечко уложить по полочкам наши мозги. И всегда вот этот глоток дает нам новые какие-то горизонты, не только для теории, но в первую очередь для практических врачей. Нас называют врачи в окопах, и мы стараемся этому соответствовать. Спасибо за внимание.